Всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк. Сегодня мы поиграем в игру Cube Adventure или Приключения кубиков. В Play Market оно на русском называется. Честно говоря, даже не знаю, как назвать видео. Приключения кубиков или Cube Adventure. Наверное, на английском все-таки как-то получше так звучит. В этой игре мы будем играть за каких-то кубиков. Опа. Стоп, ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну что происходит? Тут какой-то... Вообще прям непонятно пока ничего, что тут происходит. Так, первая стадия. Так, смотри, это грабитель, по-моему, да, какой-то. Так. О, посмотри, мы играем за это? Ух ты. Добро пожаловать в мир кубиков, посмотри. Здесь ты можешь только бежать вперед. Когда ты наступаешь на эту стрелочку, нажимаешь на стрелку, ты меняешь направление. Здесь можно только менять направление и бежать вперед. Вот. Ну, управление простое, но вот это сначала кажется, что легко, но потом там дальше, наверное, хочешь попробовать комбо. Сначала здесь, теперь здесь и последний тут еще раз. Так, мы сделали комбо и мы получили какую-то способность. Мы можем ее активировать. Быстрее. Так. Так, наш персонаж ускорился. Чисто. А, мы должны как бы проверить периметр, что ли, нет ли грабителя здесь, да? Вот она в чем дело. Так, смотри, это наш герой, а справа кто? Интересно, что это за собака такая? Если это собака. Ну, скорее всего, да. Но я его не видел, я эту собаку и не видел еще. Мы только видели вот этого вот охранника. Ну или кто он тут? Так. Если на красную наступим, то ускорение снижается, получается, да? Так, нажми на стадию 2, чтобы играть следующий уровень. Спот Дэнни. А может, мы можем играть за того тоже? Не знаю, но пока мы будем идти так, как нам говорит игра. Будем делать все, что пока она говорит. Может быть, в следующей серии, если тебе нравится игра. Напиши об этом в комментариях, поставь лайк. И, в общем, может быть, если вам нравится, то я 100% запишу ее вторую часть, потому что игра, ну, блин, вроде кажется, что она какая-то такая мультяшная, но она прикольная. Так, нажми здесь. А, можно прыгнуть. Джамп. Ух ты, здесь можно прыгать. А, здесь надо было тоже прыгнуть, чтобы собрать там монетку. Ладно, но мы прошли этот уровень, стадия вторая. Так, мы полностью прошли, да? Да, полностью, отлично. Чисто. Плюс один, там что-то нам дали. Ого. 1300 нам монеток дали. Неплохо так. Так, подсказка здесь одна и та же, в принципе. Нужно делать комбо, что... А, нет, вот внизу. Нужно делать комбо, чтобы бежать быстрее. Так, нажимаем на сундучок. Так, загрузочка. Нажимаем play. Это что такое? Какой-то листок. Или это дерево? Что это такое? Похоже на дерево какое-то. У нас их 6 из 5. Это как-то странно. Ну, теперь у нас их 5 из 5. Но 6 из 5 это слишком, по-моему, нет. По-моему, я играл в какую-то игру, где... Там можно было получать... Ну, там, короче, есть определенное количество энергии. И в самом начале игры я выполнял задание, и там дают энергию в качестве награды. И у меня было там энергии намного больше... Намного больше нормы. Вот я не помню, что это за игра была. Ну это странно, когда, ну, 6 из 5 это вообще. Но с другой стороны, это нам на руку. Нам так будет легче играть. Чисто. Стадия 3 пройдена. Вот такая игра, дорогие друзья. Неплохая, в общем, интересная, с красивым музыкальным сопровождением.
А если тебе понравилось видео, то не забудь поддержать его лайком, подписаться на канал. Да, оно получилось очень коротким, но если тебе нравится, я могу записать продолжение. Так что пиши в комментариях. А с вами был Витёк. Всем до скорой встречи, всем удачи, всем хорошего дня или вечера. Всем удачи, всем пока-пока.